Добрый день, дорогие друзья! Я приглашаю вас в ресторан «Восточный блюд» нашего отеля. Всем постояльцам предлагается бесплатно 3 ужина за счет заведения. Сегодня 3-й ужин в ресторане «Восточных блюд». Я сейчас открыла меню и пытаюсь выбрать блюдо для того, чтобы сделать заказ. Ну, я выбираю, смотрю, хочу выбрать, ну и выбираю суп, орзо-суп и горячее блюдо гриллит кофта. Нам официант объяснил, что орзо-суп это рисовый суп, а гриллит кофта это гриль, чикен и говядина. Совмещенное. В общем, это национальное египетское блюдо. Ну, мы так поняли его, и мы заказали вот такое блюдо. Вот. Еще салат. Ну, салат был уже на столе. Он предоставлен по желанию ресторана. Вот такой ресторан. Вот такой салат, извините, с кусочком, с лимоном. Ну, можно и два соуса. То есть можно салат лимоном побрызгать. И вот любой из этих соусов использовать или для мяса, или для салата. Ну, вот. Ирина пробует уже готовить салат. Побрызгала его лимоном. А я пытаюсь осмотреть ресторан. Тем временем принесли суп. Суп. Ну, мы не поняли, из чего этот суп. Рыбный суп это или мясной суп. Ну, он очень жирный. И этот суп с рисом. Вот видите, такой длинный рис. Такого цвета. Не белого. Какой-то темный рис. И жирный. Очень жирный суп. Непонятно было, что это масло это или... Вот. Ну, так суп, вкусный супчик. Почему бы нет? Вот он с огурчиками даже. Вот. Вот вы видите официанта этого ресторана. Ну, он очень любезно нам все принес, вежливо общался с нами. И ресторан такой симпатичненький. Выполнен архитектура или как внешний вид, интерьер, точнее, в виде по национальным мотивам, по египетским сделан. Вот. Нам принесли напиток, это кола, вот, и суп. Мы пытаемся, ну, кушаем суп. Вот. Ну, подходят гости, то есть не гости, а такие же отдыхающие, как мы, которым выдан талон на посещение ресторана. Вот такой ресторан из нескольких комнат в национальном стиле. Ну, вот коврики африканские, официанты. Так, и принесли горячее блюдо. Горячее блюдо такое вот этот люля-кебаб, похож вот люля-кебаб такое есть блюдо, и вот говядины из говядины. И вот эти вот кусочки куриного гриля, филе. Вот Ирина уже кушает. Вот. Я тоже попробовала, и сейчас мы продолжим ужин. Вот. Ну, такое блюдо. Ну, оно, конечно, оно на гриле было приготовлено, куриный чикен этот. И, ну, мне немножко как насторожило, не понравилось, что оно вот такое, ну, как подгоревшее. Вот рис. Дорогие друзья, все, поужинали мы, попробовали. Вот.
дорогие друзья, попробовали, посмотрели, и ну, такой окончательный вердикт. Ну вот, не могу сказать, что ужин совсем не понравился, и не могу сказать, что ужин понравился, потому что, ну, как-то вот так получилось, что вот нам бы зачем-то пиво принесли, мы его не просили, пиво. Вот сейчас официант унесет эти стаканы. Ну, мясо суховатое, гриль, а люля-кебаб, он, в общем-то, ничего, очень даже приятный. И помидор. Ну, что я могу сказать об ужине? Знаете, дорогие друзья, мы просто здесь вот в отеле, нас, ну, неплохо кормят, даже большой выбор мяса, и мы просто уже, как бы, может быть, слишком сытые, поэтому, ну, честно говоря, ужин, как бы, ну, не очень понравился. И он и не только нам, не очень понравился. Ну, салат, вы видели, был обыкновенный, ничего особенного. И мне показалось, чуть-чуть увядший. Супчик жирный. Вот. А вот это блюдо, ну, видите, подгорело. Ну, не знаю, может быть, гриль так должен быть, но я сомневаюсь. И очень сухое мясо куриное. Люля-кебаб и помидор был замечательный. Мы не заказывали, нам не принесли десерт. Ну, в общем, в таких расстроенных чувствах, странных, дорогие друзья, мне хотелось вам положительные эмоции только передать. Но я решила быть объективной и, как бы, ну, сказать правду о том, что да, ожидания не оправдались, а ну, так вот, к сожалению. К сожалению, так замечательный был, была кола в основном. Ну, вот так вот, в таком недоумении. Может быть, мы просто слишком сытые, может быть, мы не голодные. Поэтому такое суждение. Ну, вот такое мнение, это не только мое. Это мнение посетителей было, мнение Ирины. Из этих всех трех ресторанов этот получает, как бы, наименьший балл. Вот. Я не могу сказать, что все плохо. Симпатичный интерьер. Официант очень вежлив был. Ну, так как-то совпало. Но все равно было приятно. И это же бесплатное. Мы ничего не потеряли. Выходят посетители. Вот эта женщина с ребенком. Ей понравился ужин. Она сказала, что это гораздо лучше, чем вот там в общем ресторане. Вот такой вот ресторан. Так мы провели сегодняшний вечер, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и тогда извещения о моих новых видео будут к вам приходить. Дорогие друзья, всего доброго. Желаю.